Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета – это высшее учебное учреждение мирового уровня, оснащенное современным техническим оборудованием высокого класса. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов в области геологии, нефтепереработки и добычи нефти. Всего в институте обучаются более 1000 студентов не только из России, но и из-за рубежа. В 2024 году Институт геологии и нефтегазовых технологий принимает студентов на бюджетную и контрактную форму обучения. Так, на бакалавриат выделено порядка 170 мест и 109 мест на магистратуру. В структуру института входят 11 профильных кафедр, которые охватывают весь пласт нефтяной отрасли. Подготовка кадров, которые проходят обучение по бакалаврской степени, ведется по двум направлениям – геология и нефтегазовое дело. Россия – геологическая страна. Россия – нефтяная страна. Да, сегодня даже по минимуму более 33%, более трети федерального бюджета наполняется за счет вот доходов именно в области геологии, нефтегазовых дел, там, то есть это нефть и газ, другие полезные ископаемые. То есть огромнейшая страна, которая занимает там, как говорили, шестая часть земли была, да, вот. И, конечно, у нас все виды полезных ископаемых есть, в том числе по газу мы первые в мире, там, по нефти мы там, ну, в первую пятерку входим, по запасам и по добыче. Как бы выходим вообще в первую тройку, постоянно входим. Магистерская степень представлена большим разнообразием образовательных. Здесь ведется подготовка по таким профилям, как современные геофизические технологии поисков и разведки месторождений углеводородов, перспективные геоинформационные технологии в геологии и геофизике, геологии и геохимии нефти и газа, стратиграфия, геология месторождений полезных ископаемых, инженерная геология и гидрогеология урбанизированных территорий, освоение высоковязкой нефти и природных битумов. Также реализуется программа подготовки на английском языке на профиле комплексного анализа данных нефтегазовой геологии. У нас довольно обширная магистратура. У нас практически, наверное, 80% бакалавров, как правило, поступают в магистратуру. Остальные 20% тоже поступают в магистратуру, но уже потом, когда, может быть, поработают некоторые ребята, вот хотят просто сразу поработать, такая возможность тоже существует. Выпускники института работают во всех уголках нашей Родины, а также и за рубежом в топовых нефтяных компаниях, таких как Сибур, Татнефть, Газпромнефть и многих других. Важно, что именно в стенах Альма-Матер у студентов появляется возможность не только получить качественную теоретическую базу, но и попрактиковаться в современных лабораториях и научных центрах. У ребят есть возможность пройти производственную практику на предприятиях мирового уровня, получить новые знания от специалистов своей области, набраться опыта и, что самое главное, затем трудоустроиться в крупнейшие компании. Если говорить о наших лабораториях, да, мы сейчас возглавляем научные центры мирового уровня. В России 10 таких научных центров в разных областях, в медицине, там, в сфере звук, про материалы, по цифровизации, да, и вот по, значит, экологически чистой энергетике направление вот наш научный центр мирового уровня, и мы возглавляем его. В нашу кооперацию с нами входит Сколтех, Губкинский университет в Москве, да, Уфимский нефтяной технический университет, вот. И вот мы, вот эти вот четыре вуза, мы, значит, делаем огромную работу, выполняем исследования по самым актуальным направлениям вот, нефтегазовой отрасли, по сути дела. Да? Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. По словам Даниса Нургалиева, учиться в институте сложно, но интересно. Дружная и профессиональная профессорско-преподавательская команда помогает студентам погрузиться в науку и изучение геологии и нефтегазовых технологий. Неспроста институт славится не только высоким качеством образования и совместными проектами с крупнейшими мировыми компаниями в сфере нефтедобычи, но и именитыми студентами. Помимо насыщенной образовательной деятельности по учебному плану, у студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета яркая студенческая жизнь, полная всевозможными культурно-спортивными мероприятиями и научными конференциями. Приходи! Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.